Организатором мероприятия выступает фестивальный комитет «Жизнь городов». На протяжении 25 лет эта организация проводит фестивали всех уровней. «Планета искусств» была запущена 6 лет назад. Стартовал конкурс в Москве, затем прошел в Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде и Евпатории. И в таком же эстафетном формате фестиваль продолжает свой путь. Сочи стал итоговой площадкой в этом году. Приветствует наш фестиваль некоторые звезды эстрады. В первую очередь в этом году наш осенний фестиваль приветствует Анита Цой, да, наша известная певица, а также ряд других известных деятелей. «Планета искусств» продолжает шагать по городам и странам. У нас параллельно проходят фестивали в Пекине, в Китае и в Арабских Эмиратах. Сегодня на сцене свое творчество показывали хореографические и вокальные коллективы из Республики Беларусь, Красноярского и Камчатского краев, Сургута, Самары и, конечно же, Краснодарского края. Коллектив «Веснянка» из Краснодара стал участником конкурса впервые и подготовил большую программу серии эстрадных и народных номеров. Привезли, конечно, наш кубанский номер, сольный. У нас русский хоровод присутствует, шотландский танец, Молдавия, также татарский. При постановке любого номера я им рассказываю, почему так танцует народ. Конкурсная программа фестиваля состоит из трех блоков, каждый из которых своеобразное путешествие по культуре и традициям разных народов. Специальный блок фестиваля посвящен году экологии. Оценивали мастерство конкурсантов видные деятели культуры. Это великолепная площадка для того, чтобы дети разных национальностей встречались, общались, знакомились, обменивались опытом. Развивались и, наконец, чтобы они завязывали дружбу между собой. Это очень важно. Совершенствоваться творчески участники и гости фестиваля смогли также на специальных мастер-классах, а любители художественного мастерства и прикладного искусства представили свои работы на выставке. Победители конкурса получили сертификаты и дипломы международного образца. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.